make the ground shake. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Всем привет, ребята, с вами я, Артём, и со мной сегодня Максим. Привет, ребята, сегодня мы будем сражаться на Мегалите, и снова будет у нас такое небольшое противостояние. Кто больше наберет очков, тот, собственно говоря, и выиграет. Поехали. Что, да, собираем давай. Рейд? Да, раз. подожди, давай, на раз, два, три. Давай, считай. Раз, два, три. Это как ты-то? Ты там сферы не использовал? Нет. Ну, блин, у меня я еще не собирался собирать сет-монаха, но думаю... Не, классная штука, я собираю, реально. Да, классно. Ой-ой-ой, плохое начало. Ой, как мне жбан прописал. Блин, этот мегалит мне, конечно, прописал неплохо. Нормально ему сейчас с ноги. Ай, ай, вот это все. Попал я под эту задачу. Блин, походу он... Трехкратная компа. Да и меня тоже не особо он жалует. Ой! Ничего себе. Тут все плохо. Что вообще еще за все плохо? Да, печально. Нужно мне собирать сет монаха. Нет, я сейчас заплохну тоже. Да все, меня завалили. Блин! Я помню, очень мало взял. 69 всего взял. Сколько? 69. Ух, блин, ну у меня есть шансы какие-то уж. Да. Ну, блин, нужно обязательно собирать сеть монаха, но я, например, с тобой, зипером, вообще не смотрюсь рядом со своим-то снаряжением. Ну, там, на самом деле, какие-то еще вроде штуки есть. Хотя я могу ошибаться, конечно, но такое ощущение, что если еще раз пройдешь восхождение, то там будет еще какое-то более крутое зачарование. Да? Вроде да, но я не уверен. То есть там есть еще другие зачарования, которые должны быть круче, чем ярость бури, вроде бы. Ну, там точно есть они другие. Но вот у меня пока доступна только ярость бури. Может быть, там с какого-то уровня открывается. Не знаю, честно говоря. Ну, у зипера, я думаю, это все есть. Да, у зипера там полный комплект. Но ярость бури мне говорил зипер, что очень мощная. Ну что, я думаю, может, завалим мегалита все-таки в итоге. Погнали, он ни о чем. Было бы неплохо. Так. Так, погнали. Давай, давай. Что-то не нажиматься-то. Да что такое-то, серьезно, блин. Все, я вступаю все-таки в схватку. Поехали. Нет, плохо, плохо, плохо. Как-то пока не очень идет. Первый раунд хороший был вроде. Но и то не с самого начала, он с босса, но... Да что такое-то? Я вообще все промахиваюсь, как-то вот такая... Блин, он не своей магией, конечно. Ух. Давай-давай-давай. Ну! Ну, что-то все плохо прошло, абсолютно. На оружие нет. Не нравится оружие. Ну давай, 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 давай. Ох! Не, плохо. Очень плохо. Я хоть выжил? 68 взял всего, еще меньше. Так, я надеюсь где-то 200 взять. Так, что тут у нас? То есть вот, допустим, сейчас 402! Эти два раунда... Ничего себе. Ничего себе. Слушай, нормально, нормально. Ну, допустим, вот эти два раунда я вообще не взял, ну, ни разу как бы не использую этот сет-монаха, по сути. Вот, так что... Я вообще не знаю, как его использовать. Она сама, походу, там... Ну да, она как бы сама, конечно. Да, конечно. Мне надо тебя догонять. Да, что, вот это же неудачный раунд. Сейчас набрал? 402. Нормально, нормально. Удачный раундик был такой. Хороший раунд, я согласен. Так, мегалит. Ладно, давай так посмотрим, что там. Да, нет, ерунда как получилось. Салют. Ах. Ой, хорошо. Нормально. Не очень. Плохо. Больно. Хорошо.
Ай! Ой, супер, 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 супер. Блин, Макс, такие... Как-то мне страшно. Чуть-чуть. Мне настолько супер, что прям, я думаю, тебя сделаю вряд ли. Меня завалили сейчас. Это вообще будет печально. Да, не завалили. Блин, нет, меня завалили. Нет, нет, чуть-чуть осталось. Нет, все-таки завалили меня. Меня тоже завалили. Но все равно много. Я больше взял, чем в прошлый раз. 269. А у меня 257. Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или, может, не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи. Так, отыгрываюсь чуть-чуть, совсем чуть-чуть, блин. Да, по чуть-чуть-то есть. Ничего себе, 1050 уже 1050, слушай. Классно. Больше, получается, 229, да? Ну, где-то так. Многовато. Не, ну, в принципе, пару удачных раундов и все ок. По сути, у меня был один удачный раунд, и один средний, и два просто провальных. Можно попробовать. Так, 7 секунд до начала у меня следующего раунда. Ну, больше. Все, я погнал в бой. Надеюсь, мне повезет. Один. Надеюсь, 500 снимем. Да нет, ну это просто ужасно. Просто ужасно ничего. Неплохо. Хорошо, сейчас нормально было. Серега минус 4. Да, идем. Серега, красавчик. Давай, эй-ти-ти-ти-ти. Нормально. Блин, он меня своей магией заколебал, честно говоря. А мне как-то, ну, его магия чуть не особо берет. Сыт монаха, он ее может противоречить. Не, ну, в принципе, он просто не попадает у меня. А вот сейчас, кстати, попал, сейчас попал, сейчас очень хорошо попал. Сглазил. Блин, 8 секунд, и меня убили. Интересно, сколько я набрал? Так, 407, нормально. Ничего себе! Все, я проиграл. 180, да нет, еще я есть... проиграл, серьезно. Еще, ну, чуть-чуть там, 456. Например, я наберу 0, а ты наберешь 456. Вряд ли. Надо быть реалистами. Не, ну, мы, в принципе, должны разнести мегалитом. Да, это, я думаю, вполне сделаем. Серега нам поможет. Да, Серега-то молодец. 450 за... Сколько-то там раунда? Уже раунда 3-4. Ну, да, 3 получается уже. Так, ну, хотя, может, и 4 он уже скатал, в принципе. Вот этот чувак вот... А, не, он все уже в бой. И ты уже в бою? Да. Классно. Я только пошел еще отстаивать тебе. Да по чуть-чуть. Блин, вообще ужасное начало. Офигеть, какое оно ужасное. Неплохое начало. Плохое продолжение. Нужно быть реалистами. Ай, ай, ай. Хорошо. Вот это было найсело. Не, заблочил все, заблочил. Вот такая, да? Вот сейчас хорошо. Да. Ай! Ой, я еле... Галит! Все же хорошо шло. Я магию разбил, так сказать бы. Как он хорош-то! Он что-то меня разносит, скажу я тебе. А-а-а! Задрал он меня! Я только собираю эту ярость бури, и у меня заканчивается она. Да ну, фигня вообще, по-моему. Серега. Так, ну я 301. Максимум 301. Раньше было 301 просмотр максимум в Ютубе. Сейчас это уже так, 300 ровно. Один больше. Отлично. Не, ну что, всего уж победил, по сути. Ну, в принципе, уж да. Если сейчас Клаудиус и Зевс вместе не наберут 215. Да, все. А Зевс должен набрать 215.
Мне кажется, не наберет. Ну, ты же быстрее меня вступишь в бой, правда? Ну, уже я вступаю в бой. А я еще жду. В принципе, сейчас мы его спокойно я успел нарвемся. Вступить, успел. Окей. Эй-те-те-те-те. Что ты делал? Время рейда закончилось. Что? Окей. А добивание будет? Окей. Что? Как мы не успели? Что-то как-то я, слушай, я не заметил, как время пролетело, честно говоря. Я думаю, завалим. Да, я тоже вот думаю. Ну ладно. Поздравляю с победой. Да, спасибо. Первая моя победа за 4 противостояния. Классно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки вместе. Да, ребят, ссылки на наш канал будут в описании, у каждого, так сказать, своя ссылка. Смотрите, переходите, да. Подписывайтесь. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. У меня появился обалденный магазин мерча и принтов на одежду. В магазине уже есть мой авторский мерч с символикой канала «Это реально интересно». Вот как он выглядит, получилось очень ярко, современно, стильно. В магазине большой выбор одежды, это и худи, и свитшоты, и футболки, и майки, и лонгсливы, поло, и даже есть сумки, бомберы, шапки, спортивные костюмы, кружки, дождевики. Вы точно сможете там найти себе принт по душе, по сезону, по стилю и быть в тренде. Доставка по всему миру, отличное качество печати, ссылка в описании. Обязательно заходи и закупайся на новый сезон.